США заявили об обнаружении антител, полностью защищающих клетки от COVID-19. По словам ученых, они обволакивают вирус и вымывают его из организма за 4 дня. Они заявляют, что их разработку можно применять уже хоть сегодня. Биофармацевты исследуют миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус. Одно из них способно на 100% защитить клетки человека от заражения.